У ценителей декоративно-прикладного искусства и любителей национальной вышивки появилась возможность познакомиться с творчеством молодой вышивальщицы из Мариинско-Посадского района Ирины Ефимовой. Персональная выставка дочери известной рукодельницы открылась в галерее Дома народного творчества. Организаторы выставок, семью мастеров народно-художественных промыслов Ефимовых знают хорошо. Мама Татьяна Николаевна – мастер по керамике, батику, соломоплетению. Петр Федорович – профессиональный резчик по дереву. Признаются, для них явилось приятным сюрпризом, что мастеров народных промыслов республики стало больше. Для себя, наверное, я сделала открытие. Про Ирину я узнала буквально год тому назад. Когда мы увидели работу Ирины, мы просто были поражены. На самом деле, очень на высоком уровне. Чистая работа, аккуратная. И без слов, конечно же, мы сразу с радостью включили график. Если не читать орнаменты, просто как бы вот глупо их вышивать, наверное, такого уровня, качества в работе просто не будет. Их надо чувствовать, их надо понимать, ими надо владеть. Ирина с детства интересовалась рисованием, составляла живописные композиции, занималась лепкой из пластилина и глины. Любила уединяться и рисовать мелкие орнаменты и узоры. Позднее девушка стала изучать каждый отдельный знак и орнамент. Незаметно для себя погрузилась в вышивание. Эта работа «Занавес» называется «Земля чувашская». На ней изобразила, как присущий чуваши, просто животный мир, древо жизни, переходящее в человека. Затем вот эти символы солнца, три солнца в чувашии. Ирина постоянно в поиске новых идей. Признается, что хочет найти свой стиль в чувашской национальной вышивке, своеобразной подписи художника. Данифа Тагирова, Светлана Аликимова, Александр Петров, Республика.